У меня в телеграм-канале прямо сейчас разыгрывается 10 пропусков на операцию Армори. Переходи по ссылке в описании и участвуй. Привет всем! Вышло обновление в CS 5 гигабайт. Это большое обновление, которое мы ждали очень долго. И наконец-то тут и вышел античит, тут и вышли новые решения по рейтингу, как это все исправить. Новые карты, убрали вертика. Стоп. Мне подсказывают, что добавили просто брелоки. И еще какой-то пас, да? Еще какой-то пас, да. И все, больше ничего нет. А баги не фиксили? А чуть-чуть совсем, совсем немножечко, совсем капельку. Там что-то там с пакеты какие-то, что-то неинтересное, короче. Ладно, давайте разбираться, что в итоге в CSGO добавили в CS2. Арсенальный пропуск. Превратите и активируйте арсенальный пропуск, заработайте 40 кредитов и потратьте их на предметы. То есть наши миссии, да? Ну, что-то аналог того, да. Зарабатывай кредиты. И самый главный прикол в том, что мне кажется, что все эти кейсы, ладно, лимитированный дигл, который будет только у тебя, с уникальным флотом, который потом после этого паса, как я понимаю, он не будет тебе продаваться. О, слушай, это интересно. Так, приобрести пропуск. $16, почти 1700 рублей. Это достаточно дорого. Так, все, отлично. Активировать пропуск, приобрести еще пропуск. Зачем мне второй? Активировать. Получайте арсенальный кредит, играя и зарабатывая очки опыта. Так, интересно, что я должен делать, чтобы играть и зарабатывать? Так, лимитированный предмет. Ой-ой-ой, закалочка. Не хватает 24 арсенальных кредитов, чтобы заработать. Играйте с активным арсенальным пропуском. Так, у нас тут есть брелоки. Я считаю, что брелоки это неплохо. Они должны были это сделать просто гораздо раньше. Что у нас тут? Брелоки у нас с оружиями. Это не просто рупсы, как они выглядят. Это просто... растянутая модель вправо, очень мемно. На самом деле, это мило, это хороший брелок. А это что такое? А, новые скины MP5. Ну, давай быстренько посмотрим. Только я не понимаю, эти скины временные, и я никогда больше с ними не сыграю? После... Это коллекционные. Ведь знаешь, как коллекция Dust, это коллекция Overpass 24 года. Кстати, добавили коллекцию Overpass, а Overpass не добавили, мы пул. Это что Зал... такое? Посмотри. Лё, какая крыса. Ага, монстр. Ой, какой красивенький. Очень клевый. Ой, хорош, хорош, красивый Зевс. Ну, неплохой калашик. Получается, я могу это все получать, не покупая, просто используя кредиты. Но как эти кредиты зарабатывать, это остается вопросом. Так, ну, по классике все синее не очень. Все еще плохо. Блин, на самом деле скины как будто сделаны просто какой-то нейронкой очень, ну просто тяп-ляп, что это такое? А может это и есть нейронка? Вот этот кейс полностью нейронки. Слушай, я склоняюсь к тому, что это скины от Valve, которые через нейронку провели. Я уверен почему-то в этом. Ну что, как это можно человек рисовать? Это и есть, это же закалка просто, просто закалка, которую переименовали. Я не... Ой, вот это красиво. Галерейный кейс. Они добавили 100... Ой, какая красота. Это очень круто. Они добавили 100 новых скинов. Ну, и, ребят, если что, я вам сейчас показываю все эти скины, и... Они очень грустные. Но этот кейс окей, еще плюс-минус. Тут видно, что человек уже работал. Ну, неплохо. Здорово. О, это 3D-шно, смотри. Смотри, золотой зуб. Цыганский. Блин, он же где-то был, да? В мастерской уже показывали его, он очень клевый. Не, вот этот кейс мне очень нравится. Так, это что такое? Наклейки. Ну, давайте быстренько пройдемся. Огонь, огонь, огонь. Не знаешь, как просто в гугле написать огонь. Ведь откроются первые картиночки. Ну, ладно, хорошо. Ну, это стикер для того, чтобы сделать комбинацию стикеров, и чтобы было бы симпатично. Так, это у нас... Ой, хорошо, хорошо. Твоя, что ли? Алло. Да, моя, конечно. Не, ну клево, ну... А, подожди, это 3D-шный, да? Вот я помню. Да, это 3D-шный, типа. Как? Он будет шевелиться. А, понимаю, когда оружие да. двигается, да? Я, слушай, ну, они неплохие. Получается, все, что здесь вышло в обновлении, показано на слайде. Хорошо. Вы добавили кастомизацию. Брелоки, новые лимитированные предметы. Наконец-то хоть что-то забирают из условного Fortnite. Делают какие-то хоть попытки что-то изменить, добавить новое. И нужно накопить 25 кредитов, чтобы его получить. Ну, это здорово, правда. Но его же можно продать, надеюсь. А вот увидим.
пока что хз. Увидим. И ответ, где, как выиграть кредит? Где написано, как зарабатывать? Активируйте пропуск, начните зарабатывать кредиты, которые можно будет обменять на широкий спектр предметов. Неправильно способы играть не существует. Вы будете продвигаться к следующему кредиту всякий раз, когда зарабатываете XP. А почему вы это пишете только здесь? Ребят, выполняйте до 5 проходов одновременно и добивайтесь прогресса по всем из них одновременно. Ладно, я куплю 5. Раз, два, ой, 3 уже. 4. Ну, они ужасно объяснили, что это такое, чувак. Почему это только на сайте? Все, я больше не могу купить. Активировать! Погнали. Выбиваем эмку, ребятки. Первое открытие. Получить. Это что такое? Это FIFA? Так. Я понял. Пойдем играть. Я очень хочу выбить берлог, чтобы его использовать. Если вы хотите играть с новыми скинами, которые сейчас вышли, абсолютно бесплатно, и вас за это не забанят, вы можете купить подписку всего за 117 рублей в месяц, и вы получите скин-ченджер, который даст вам возможность играть с этими скинами на Сайбершоке. Эти скины выйдут на сайте через 3 дня, ну, либо 4. Мы будем очень быстро делать. Брелоки не выйдут в этот же день. Это сложная работа, мы должны продумать новую логику. Но скины будут как только, так сразу. Что мы можем придумать по промокоду? Давай добавим промокодик на 3 дня к подписке после покупки. Сразу. Покупаешь на 30, получаешь 33. Получается, ребятки, смотрите, авторизуйтесь на сайте, нажимаете пополнить, пишите здесь Armory, применить. Вы активируете промокод, дальше просто покупаете подписку, и вы получаете на 3 дня подписки больше, чем получают другие. Этот промокод будет действовать всего лишь 3 дня. Поэтому закупите, чтобы успеть сыграть с этими скинами. Так, если что, у меня в Дискорде тимлид серверной разработки Сайбершока. И я бы хотел бы сейчас с тобой просто оценивать то, что они сделали, и думать, мы бы это добавили бы или нет. То есть, насколько это нам интересно. Насчет брелоков, точно да, мне понравилось, мне нравится. Однозначно, да, брелки добавим, конечно. Обновил интерфейсик, знаешь, на сайте будет красивенько, сможешь, небось, знаешь, как местоположение брелка также выбирать, как в игре, было бы круто. Можно было сразу добавить бы местоположение наклеек новых, тоже, чтобы можно было редактировать, еще клево. Скины добавим сразу, как только мы появится возможность, да? Да и все. Блин, знаешь, самое грустное то, что реально они добавили только скины, белки, наклейки. То есть как бы нет ничего такого прям сверхординарного. Они делают обновление, как будто они сайт по кейсам. То есть они про игровой момент забыли. Ментально же все-таки ждали какую-то операцию там, с ботами, знаешь, побегать, зарабатывать монетки. Но не просто магазин с Fortnite. Заметь, Эрик, в этом обновлении, как я понимаю, не вышел второй сезон в лидерборде нашем. Уже год прошел. Ой, ужас, да, это абсолютная правда. Какой позор. Я напоминаю, что лидерборд должен был обновляться вот в эти даты. И я дам вам инсайт. Они вроде его обновили только один раз. После беты на первый сезон. Все, больше ничего не было. Ну, слушай, если когда-то нам казалось то, что Valve плюс-минус все равно на игру, то сейчас они это, ну, утвердили сотню раз подряд. Но как можно давать даты, когда рейтинг будет сбрасываться, и он не сбрасывается? И дайте мне 3 кредита, хочу брелок. Суки, ну это много на самом деле. Я получил 0,5 кредита всего лишь за 10 минут. Так, и смотрим, сколько мне дадут сейчас токенов, кредитов. О, дали сразу. А, что? Они дали очень много. У меня уже их 11. Срабатываются они очень быстро. Если у тебя 5. А, если у тебя 5, да. Потратить. Какой я хочу? Ну, очевидно, самый дорогой. Погнали. О, хорошие. Синенькие. А, они все синенькие сначала. Так, хорошо, и давай попробуем еще один. Так, окей. Но ценность этих оружий будет ебанутая какая-то, потому что эти открытия невозможно купить. То есть количество открытий будет минимальное. Из-за этого стоимость будет колоссальная. Давай тогда вот на эти 5... Давай вот эти вот 5 мы потратим, знаешь, на что? На кейс. Можно галерейный 2 раза. А, 2 раза галерейный? Раз. Что? Господи, я покупаю кейс, брат. Какой ужас. Собери стих. Давай, последнюю, красную. Ну, они все одинаковые. Так, хорошо, открою. Открою. Ой-ой-ой-ой.
Короче, все как обычно. Так, и второй кейс. Нет. Окей. Так, хорошо, я сейчас хочу протестировать, как выглядит как раз-таки брелок. Давай прикрепить брелок на... Давай на... Ну, наверное... Наверное, смотри, вот здесь будет хорошо. Даже руку показывают, видишь, как его да, примерно... Да, да, это хорошо. Давай вот сюда подтвердить место. Что я хочу? Вот этот брелок, он, кстати, очень уродливый. На мой глок. Мой глок, вот он, подтвердить. Так, он просто стоит, смотри. Так. Он просто стоит. Ладно, хоть что-то делает. Амплитуда очень маленькая. Видать, они, чтобы геймплею не мешало, за ним бьет. Да, то, чтобы он не ковыряхался, но все равно да. Как-то... Куда я налепил, смотри, его просто не видно. И сейчас меня заскамили, чтобы я бы это бы убрал за деньги. Что я покупаю, господи, какой цирк. Так. Хорошо, друзья. И... А, там же есть геймплейный вид-то снизу. Ты можешь поставить его, включить геймплейный вид. Да. О, вот это вот так классно. Слушай, ладно, реализовали плюс-минус неплохо. Ну ладно, ну что-то ладно в этом есть, согласись. Освежает, освежает игру. Хотел бы подвести итоги. Обновление, то, что вышло, это здорово. Они хоть что-то сделали. И, к сожалению, мы сейчас говорим все в призме. Это лучше, чем ничего. Брелоки можно было добавить еще давным-давно. Но они это сделали сейчас. Это идея неплохая. В целом... И реализовали тоже хорошо. А все остальное это просто выкачка денег, откровенно. Если у тебя нет 16 долларов, то для тебя этого обновления просто не было. Но если у тебя есть 16 долларов, то ты можешь выбить скины, которые, скорее всего, будут стоить дорого, потому что их слишком редко и мало будут открывать. Посмотрим на рынок. Они добавили 100 скинов за один день. Я думаю, что это для них впервые такой опыт. Посмотрим, как на это отреагирует рынок. Если говорить финально, то я рад хоть... какому-то обновлению. Вот настолько все упало вниз по морали в КСе. Хоть это и выкачка денег, но хоть что-то. Это же так ужасно, вы понимаете? Спасибо тебе за просмотр. Не забудь подписаться на этот канал. И у меня в Телеграме разыгрывается 10 проходок на эту операцию. Сегодня же к концу дня мы проведем итоги. Пока. До следующего ролика.